упражнение приседания со штангой на плечах. Исходное положение, широкая постановка ног, носки развернуты в сторону. Удерживаем прогиб в поясничном отделе, грудь вперед, лопатки сведены. Мы начинаем движение тазом назад, небольшой наклон спины вперед. Садимся глубоко до прямого угла с бедро и голень. Садимся, делаем вдох, встаем, делаем выдох. Основные моменты здесь — держать колени развернутыми широко. Когда мы встаем, мы не должны сводить колени. Обязательно удерживаем спину, и гриф должен находиться под точкой опоры постоянно. То есть при движении штанги вверх и вниз гриф всегда находится над пяткой. И вверху выдох. Плавненько мы садимся, растягиваем заднее бедро и ягодичные мышцы. Также рабочая мышца здесь квадрицепс, переднее бедро. Итак, основные моменты здесь: садиться глубоко, растягивая больше тем самым ягодичную мышцу и мышцы заднего бедра. Также стараемся не допускать сильного подкручивания таза вперед. Когда мы разгибаем ноги вверху, полностью мы не выпрямляем колени, чтобы нагрузка была постоянной. Не забываем вверху делать выдох. Выдох у нас всегда на усилие.